Если тебе понравилось, то не забывай подписываться на канал и оставлять комментарий. Будь уверен, мы его прочитаем. Естественно, ты можешь также перейти в нашу группу ВКонтакте, где ты найдешь еще больше интересных и забавных вещей. А пока я предлагаю ознакомиться тебе с предыдущими нашими работами, которые ты видишь на экране. До новых встреч!